Мне даже интересно, если мы коврик купим, будет ли он держать камеру? Мне просто парит, когда прямо едешь, все окей. Если ты чуть-чуть поворачиваешь, камера улетает в сторону. Мне кажется, даже коврик не поможет. Доброе утро, друзья. Мы сегодня ранние птахи. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы восстановить график. Мы очень скоро поедем в автопутешествие. И вставать в 2 часа дня при этом не очень хочется. Потому что все равно еще май, световой день. Не такой длинный, как там в конце июня. Поэтому надо немножко пересилить себя. И сегодня, Катюш, нам надо хотя бы в 11 в кровать лечь. Я тебе об этом каждый день говорю. Да, но сейчас надо максимальные усилия приложить. По поводу автопутешествия я вам расскажу, ну, где-то там в середине блога, или, ну, как-то будет возможность обязательно побольше будет информации. А сейчас мы едем, чтобы Катя сделала себе ресницы, а я проверил сход-развал. Ну, мне кажется, мне его надо сделать на передней оси, я чувствую, что-то не то. Записался, как обычно, в колесо, а по шинам тоже так ради интереса проверил. Ближайшая теперь дата, когда можно вообще записать, вот, ну, близко к нам, 2 мая. Вот, поэтому все активно начали менять резину. А дальше что у нас? Надо будет домой заехать, какие-то шмотки там перебрать, что-то в автопутешествие взять. Щетки надо обязательно, да, захватить. Мне надо вот эту ксяомишную штуку для подкачки колес портативную. Ну и там дальше разберемся. Красоточка моя сейчас пойдет себе сделает бровки, да? Ну, в смысле, реснички. Да, это не совсем одно и то же. А я сейчас просто такую ролевуху проводил для того, чтобы найти хоть какой-нибудь сервис, который сделает мне сход-развал. Расскажи про колесо. А, в колесо вообще. Я записался через сайт на сход-развал на Пришвина 6А. И я когда туда приехал, ребята аж просто с ухмылкой на меня смотрели, мол, но это только после 6 мая. В итоге я позвонил в службу поддержки, сказал им, я недоволен. То есть реально ребята насмехались. Вот, говорит, у нас листочек, где ваша запись? Я говорю, ну у меня такой же вопрос к вам. Ну нету ее, идите в магазин, разбирайтесь. Короче, просто чувак, ну очень неприятный был. Вот, в итоге я нашел сервис Вилгуд. Сейчас Катю сдам на ее вот эти процедуры. Как ребеночка. Надо экранчик отогнуть. Че ж я без него-то записываю, а? Так же гораздо удобнее. Да. И поеду, все сделаю. У меня это по деньгам будет 3200. Но я вот чувствую, ребят, сейчас рулем кручу, что-то не то. Ой, в стекло врезался. Катя будет где-то 1.5 часа заниматься всем. Может этим. Может быть, меньше. Но мне за 1.5 часа все сделают. Плюс доехать, плюс я заправлюсь, а потом буду тебя ждать. Что-то кушать хочется. Кушать? Ну, сейчас придешь к ней, скажешь, дай что-нибудь похавать. Что у тебя есть в холодильнике? Все, ребят, закончили с развал с хождением. Теперь тачка рулится просто отлично. Ну, знаете, все равно какие-то ощущения странные испытывал после того, как поменял на летнюю резину. То есть я держал руль прямо, тачку водила вот чуть-чуть правее. Сейчас не могу вам продемонстрировать, потому что все уже сделали. И сейчас еду уже за Катюхой. Я надеюсь, скоро она закончится своими ресницами. И дальше поедем, поедим. Ну, еще где-то там побродим. Пока не знаю. Так что мы практически готовы к автопутешествию. Мне осталось только ее помыть. Нормально очистить. И все, мы готовы. По поводу видосиков на майские праздники. Они обязательно будут выходить. Потому что я с собой собираюсь брать ноутбук. Оперативно скидывать материалы, обрабатывать их. И тут же пулять на ютубчик. Поэтому, если не будете все майские праздники есть шашлыки и пить пиво, обязательно залетайте. И еще у меня просьба, подпишитесь на мой и Катин телеграм-каналы. Мы там будем в оперативном режиме делиться какими-то подробностями. На Катин в особенности подпишитесь, потому что она в поездках очень любит снимать микровидосики и делиться. Все ссылки указаны в описании, поэтому давайте залетайте и будем рады новым подписчикам. Здесь чистенько. Все, чистая машина? Да. Можно не мыть? Можно не мыть. Ну точно. Ну смотри, как чисто. Красота. Ну что ты там смотришь, такой скажешь? А? Получается, приятно тоже. Кого?
Точно не тебя. Это грустно или весело? Это? Это печально. Кать, понимаешь, я хотел сначала кусок записать, потом, думаю, ты будешь все рассказывать. Потому что всем надоела моя морда, и все просят тебя больше записывать, понимаешь? Понимаю. Рассказывай, какие мы лохи, что мы снова приехали в Медведково. Ну, то, что мы забыли подушки. Я вообще думала, что подушки у нас лежат в багажнике. А там, оказывается, только одеяло или что? Матрас? Там, по-моему, вообще только матрас. Короче, мы приехали забрать щетку, подушки, всякие женские штучки. Короче, мы все позабывали. Собрались в путешествие. Так и не рассказали, куда едем. Расскажешь, да. Катюш? Так я не знаю. А то опять меня засрут. Я знаю, что это Дагестан, но я не знаю, как мы поедем, через какие места вообще. Потому что Андрей что-то мне сказал очень быстро, непонятные названия городов, мест. Ну, просто доверься. Я просто к тому, что опять скажут, что опять на Кавказ. Да господи, вы что, других направлений не знаете? А тут суть-то в другом. Что изначально мы думали выбрать... Ну, Казань смотрели, Санкт-Петербург. Но нам так хочется куда-то в тепло, при там этом не хочется гор, в Сочи. Там нет гор и там холодно. А может быть, на обратном пути в Казань заедем. Или еще какой-то населенный пункт выберем. Поэтому не ругайтесь, тем более у нас поездка, я думаю, будет очень интересная. По Дагестану еще посетим места, которые вообще не видел я. И нам вдвойне, да, будет интересно. Это правда, не все я видел там. Поэтому есть что посмотреть. А вообще, да, мы немножечко, как уже Катя сказала, забыли подушеньки. Ну, то есть собрались в путешествие и самое главное не взяли. Без них спать вообще невозможно. А ты сказала, что мы все-таки на Вольво поедем? Ты же говорил про это. Не знаю, сказал я или нет. По-моему, нет, ты говорил, что поедешь на Шкоде, а про Вольво ты не сказал. Ну, я просто, знаете, все думал, подешевле-то на Шкоде ездить, потому что я уже заколебался там масло менять, ТО, а стоит это сейчас недешево, сами знаете, цены улетели куда-то в небеса, но решили все равно, поедем на Вольвешнике, потому что на ней удобнее, мы привыкли, и когда я менял маме, ну, эти колеса, да, с зимы на лето, Катя даже сказала, и я тоже ощутил, что кресло, конечно, поудобнее в Вольвешнике. Вот как ни крути. В школе очень сильно начинает болеть спина. И не знаю почему, но у меня заходятся очень сильно ноги. И я то одну ногу вот так вот вытягиваю, то другую вытягиваю вот так на другую сторону. Потому что очень сильно заходится все. Ну, можно на Шкоде поехать, просто надо будет почаще выходить. Там, конечно, неудобно. Поясничный подпор на Вольвешнике, да, что очень надо. Очень удобно, я к нему привыкла. Кстати, кто-то писал в недавних комментариях, что очень классно. Голубые джинсы и твой вязаный топик. А почему я этого не видела? Ну, это вот свежий, он буквально 2 часа назад прилетел. Mm-hmm. Я вот сейчас, когда комп врубал. Ну, там другие были джинсы в том видосе. Не левайсовские, а... А эти мы покупали в Москве. Да, это Levi's, да. Это не... Блин, как он, Be Free, да? Я тут... говорила, вот здесь у меня постоянно вот эта вот штучка складка. Ну, потому что у тебя фигура такая, что вот. Тяжело найти. Ну, ничего. Нормально. Мне нужно между банок, которые мы сейчас повезем маме, проложить что-нибудь. Это будут вещи или что? Давай вещи. Давай, какие ты хочешь взять, чтобы я проложила? Будешь брать эти? Любые свои бери. Тут есть что брать. Самое главное, ты не рассказала, куда мы скоро переедем. Ага. Ну, я не знаю, как это объяснить. А что объяснять? Ну, давай я расскажу, окей. Мы переезжаем в квартиру, где сейчас живет мама, в ту большую. Маме, давай перевезем свои полотенечки и сложим их. Давай маленькие в путешествие возьмем, вон те, которые мы покупали. Это очень классная какие идея. Какие мы покупали? Вот эти, да. Давай. Твои? Не, хотя они слишком маленькие. Не, давай возьмем 2 полотенечка, пускай у нас будет в машине вот таких. Собираемся мы такие и видим, тут такое небо красивое вообще. Ну это ладно, в этой комнате оно так себе. Пойдем быстрее ту. То есть очень темное небо и светит солнышко. Так, главное Васька не сбить. О, красота. Сейчас приближу еще. О, вот так вот максимально. Только не выпадай. Я постараюсь. Чувствую себя носильщиком в последнее время. Насильником! Айка себе забирай. Да, так вроде нормально видно. Слушайте, я сейчас так кайфанул.
Мы забрали из дома несколько пакетов, подушки. Я стою у машины и понимаю, что джинсовка осталась дома, а там ключи от тачки. В итоге я взял мобильное приложение Volvo, где я авторизованно запускаю ее удаленно. Оп, и замочки-то открыл прямо через мобильное приложение. Господи, как это классно было. Я прям стоял счастливый, Катя видела, я... Класс! Вот ну просто, ну реально, стоим с пакетами, я уже думал, Катю оставлю, потому что все вещи, как бы, и думал домой сбегать. Ой, что-то мутное. Мутное? А ты вообще мутное. Ну все, я в принципе все рассказал. А мы так близко сели, потому что на улице уже темнеть начинает. Если мы отодвинемся, то все. Опять фокус, да. А, ну вот, все, все фокус на тебе. Опять любимая Катина игра. Перехвати фокус, смотри. Нет. Хоп, на мне. Да, все теперь на тебе. Катюх, ну рассказывай, куда мы пришли. Ну а заодно надо спар проинспектировать, да, Катюх? Что надо? Спар проинспектировать, где что лежит, все рассмотреть, каждую полочку. Мы за вкусненьким пришли. Серьезно? Котлетку выбираешь? Ну, серьезно. Ну, кстати, цена вообще ок. Цезарь с курицей 200 грамм, 189 рублей. Тут еще и с красной рыбой. Не пойму только но где. Странно, тут даже помидорок нет. Ну это просто за 189 яичек. Рублей, что ты хочешь? Яичек, вот тут есть, смотри. А, это не цезарь. Набор для мясной окрошки 100 рублей. Класс. Я две? Не согласна. Вот эти зеленые баночки, про которые ты говоришь, их разновидностей просто миллион. А там вот есть, вон, видишь, красное золото. Вот, может, и зрителям видно. Вот она офигенная. Вот я предлагаю взять 230 грамм. Ну, это домой. Ты же очень хотела икорку. Хлебушек сегодня сделаешь? Да я тебе отвечаю, она очень вкусная. Ты что проверяешь? Если хотите вот икорку с маслом, берите именно вот это. Упаковка, да, стрёмная. Но оно, блин, очень вкусное и дорогое по сравнению даже я с другими брендами. Ну и как? Мне нравится вкусное масло. Не знаю, вот это прям супер топ. Нет, здесь можно не бояться. У меня брат вообще отсюда не вылазит и постоянно все берет. Ничего не травился. Все сами готовят. Бери пирог с вишней или с мясом какой-нибудь. Пончики есть. Вон пирожки. Слушай, есть сосиски в тесте, но они, правда, немножко скукоженные. Не знаю, тебе понравится такое или нет. Ну, то есть, видишь, на конце они такие немножко не очень. Ладно, будем выбирать. Я последний раз такие спички видел у бабули своей, царство ей небесное. У меня вот такие в Сочи лежат. Только там не такая упаковка была, а сверху она открывалась, и оттуда спичка берется. И там... Ну, такой черкаш уже затертый был. Вкусняшек набрали. У нас получился пирог с курицей и грибами. Потом расскажем, тяжело. А там, правда, темно будет. В общем, пирог, водичка и... А, ты хочешь еще вот эту? А что это? Виноград и яблоко или... Смотри, тут разные. Не хочу черный. Там овсяная какая-то крупа. Все? Твоя душонка спокойна? А я взял себе чудо вот такое. Кстати, подсел на него из-за тебя. Ты один раз взяла, я до этого никогда его не брал. И все, понравился. Именно вот клубника, земляника. Мы такой же вкус с тобой берем актимельки. Да, только там просто земляника без клубники. Ну, все равно классное сочетание. Да. Прям я скоро буду как ты, точно такое же. По 100 раз в день есть. По чуть-чуть, но по 100 раз в день. Ну, это, кстати, неплохо. Да, да, это мне нравится. Единственные издержки в автопутешествии, когда ты едешь... Я тебе говорю, нам нужно просто это, перекусики всякие, орешечки, водичку. Все. И так заезжать иногда. И не делать, как мы в прошлый раз с тобой на обратном пути сделали. Когда заезжали на Лукойл и брали всякую хрень. Потом реально животы болят.
Сейчас перед домом еще заедем в Азбуку Вкуса, потому что Катя очень любит шоколадки от Елен Моносир. Вот в прошлый раз я ей купил 5 штук, и она с тех пор грезит, еще хочется. И параллельно ест пирог, который мы купили в Спаре. В Евроспаре, если быть точным. Ну где она? Ты должна лететь буквально. Хотя не факт, конечно, что они там продаются, но есть небольшая надежда. Опа, полетела, полетела, давай, давай. Вкусно будет. А что ты не ешь особо, если так вкусно? Я ходила, мама, за чипами я кушала. It's raining man, аллилуйя, it's raining man. Возьми, пожалуйста, манго. Зачем? Киви, я буду бзжж делать. Мне кажется, мы никогда не можем пройти мимо контейнера. Может, такое надо взять? А зачем он? Орешки из сухофрукты. Так проще в икеевский пакет. Конечно. 100%. Всегда ел из икеевских пакетов, это очень удобно. Туда легко руку запустить, и это прям я классно. Я пытаюсь закрыть, у меня не получается. Сейчас смотри, что покажу. Помнишь, нам бабушка давала? Катюш, маслята. Да. Смотри, сколько они здесь стоят. Мы пришли в магазин президента. Да, тут все дорого, это правда. Почему здесь так дорого? Я слышу это. И чё? У тебя камера сдаёт. Конечно. Так я и не пытаюсь беспалевно тебя снимать. Ты просто делаешь все очень смешно, мне забавно. Что? Я что-то не знаю про эти яйца, они золотые? Перепелиные, 24 штуки, 881 рубль. Жесть. Дороговато. 20 штук есть за 146 рублей. Ну, это просто азбука, это не подойдет. А это именно азбука. Это, не, это если в подарок, понимаешь? Чтобы не позорно было. За 881 рубль. Если мне кто-то подарил за 881 рубль перепелиные яйца, я бы в жизни не угадала, что они столько стоят, и подумала, что человек свихнулся. В общем, не нашли мы эти шоколадки. Есть тут моджа. Но Катя что-то это все дело не привлекает. Хочет именно те. Ну, возьми, попробуй ради интереса вот эту с имбирем. Я вдруг не люблю вкусно. Имбирь. Сам по себе имбирь не ем. Блин, да хрен его знает. Вот, смотри, есть. Какой? Ванильные печеньки. И гранола. Или что это такое? И джан... Что-то там, джуджа какая-то, что бы это ни значило. Джандужа. Ну? 40% шоколада. А там сколько? Не знаю. Расстройство? Да пипец. Сплошные стрессы, да, скажи? Вот тут целая полка с ПП, я вам сейчас продемонстрирую. Но этого шоколада нет. Хотя, может быть, где-то завалялось? Что? 200 рублей. Стоит засушенные дольки яблок. Я яблоко, когда почищу шкурки, забуду выкинуть, они так же выглядят. Я не понимаю, почему за это люди дают 200 рублей. Слушай, наш мешок с отходами за миллиарды продавать можно, я тебе серьезно говорю. Да? Там столько можно всего полезного в упаковочке упаковать. Тавтология, ну да ладно. И все, и люди это будут покупать. Уже взрослые детины, все, хватит. Еще он розовый единорога себе предложил. Нет, купить. Именно вот этот мне нравится. Самый классный. Покажи, сколько он стоит, этот самый классный. Авокадо! Ёжик, ты смотри! Это ёж! Класс? Обалдеть! А ты куда идешь? В кассу. Не там, но вон туда. Так я туда и пошла, что за меня тут наговариваешь. Опять меня в упор будешь снимать? Как собачки, помнишь, микрофон, да, Лена? Вот столько у нас вещей получилось. Ну, это не все вещи, это второй или третий заход, и далеко не последний. Я имею в виду на сегодняшний день. Утро, друзья! Мы сегодня снова жаворонки, проснулись рано. Что делаем? Катя готовит завтрак. Сейчас будет у нас икорка, которую мы вчера купили.
уже раскрыли. Салатик, да, какой-то овощной? Да, и покажи хлебушек. Да, и хлебушек. Хотели вчера сделать, но в итоге сегодня. То есть он горячий. О, ничего себе, его прям держать невозможно. Очень круто, то, что сейчас будем есть бутербродики прям с максимально горячим, свежим хлебом. Вообще, по делам у нас сегодня сборы. Что-то еще перевезем отсюда, вещи в Медведково. А, ну и собеседование у меня еще. И все. В принципе, эти дела доделаем, и завтра уже уезжаем. Ну, у нас как будто не завтрак, а Новый год. Огонечки вырубили. И корка. Не хватает еще бутылки шампанского. Ну, так вкусно сейчас будет. Яички. Ну, и корка салата, я вам показывал. И еще дополнительно Катя сделала коктейльчик. Там у нас груша, манго и что еще? Яблоко, апельсин. Ну, мы, конечно, сегодня большие молодцы. Хвастались то, что встали очень рано. В итоге мы поели и через полчасика легли спать. Мама тоже. В общем, у нас было сонное царство. Сейчас уже время 16:00, у нас не собраны чемоданы. Надо еще по делам съездить. В общем, будем в ночи, ма, собираться. Да соберемся. Я не знаю, видно тебя тут вообще, нет? Ну, ладно. А, вон, да, чуть-чуть тебя видно. Ну, ничего страшного. Я думаю, до 11 часов мы все равно все сделаем. Еще надо в онлайн-трейд съездить. Пилюльницу купить для витаминов. Все думаю. Удобно просто, чтобы все тюбики не брать. Блин, стоит 250 рублей. Я вот думаю, ехать все-таки, или может быть где-то в аптеку заехать и посмотреть. Просто ради одной пилюльницы, что-то такое себе. А? Да? Ну, неохота. Уже собираемся выезжать и забыл телефон. Отправил Катю, сейчас она сбегает, принесет. Тачку я в итоге не помыл. То есть она у меня не мытая уже где-то 2 месяца. А почему не помыл? Потому что думал, что раньше закончится собеседование. Ну, по идее, оно должно было 45 минут идти. Провошкались мы 1:40. Не, ну, в смысле, все хорошо было. Вот, просто затянули. Вот, давайте я вам хоть покажу. Вот такая она у меня чумазенькая. Если бы не дожди, была бы еще более грязная. Все? Ну ты просто не говоришь, я поэтому. Говори мотор, это очень удобно. Мотор. Мотор. Ну. Мы сейчас стоим в пробке на Комдиве Орлова. И я решил вам рассказать, вы постоянно спрашиваете, где я монтирую видосы. Смотрите, ежедневные влоги монтирую в Premiere Pro. Это эдобовская программа, как Photoshop, но только она предназначена для видео. Там у меня есть купленные плагины для вот этих всяких переходиков, классные там вот эти буковки, которые выезжают. Ну, в общем, поняли. В поездку я с собой беру Mac. У меня там нет премьеры и будет Final Cut. А в Final Cut у меня нет платных плагинов для вот этих крутых переходов. И купить я их тоже сейчас не могу, потому что российские карты, соответственно, не поддерживают оплату на иностранных площадках. К чему я это все говорю? То, что в поездке сами видосы, они будут гораздо проще. Потому что, во-первых, это по времени затратно. Вот эти все, ну, классные переходы делать, там, всякую графику вставлять и так далее. Вот. Но при этом просто буду нарезать и стараться, по крайней мере, выкладывать это максимально оперативно. Но, опять же, несколькими кадрами ранее, ты этот видос еще не видел, я сказал, чтобы подписывались на твой телеграм-канал, потому что ты в поездках очень часто выкладываешь микровидосики прикольные, поэтому обязательно пользуйтесь. Еще раз повторяю, ссылки в описании. Поэтому, если в общем и целом, сейчас как я еще скажу, у меня две основных программы. Это премьера и Final Cut. Соответственно, Final Cut у меня только на Маке, премьера на винде. На компьютере. Ну, винда и компьютер, PC, как угодно. Да я просто про то, что он только дома. То есть в поездках мы не сможем в премьере. Да, я не могу, я об этом же и сказал. Если меня спросить, что мне нравится больше, премьера. То... Нет, мне Final Cut больше. Серьезно? Нравится. Да, он по интерфейсу гораздо интереснее, но... Монтировать сейчас мне больше нравится в премьере, потому что у меня есть вот эти все платные плагины, инструменты, которые позволяют просто видео делать, ну, немножко интереснее. А Final Cut, он у меня пустой. Не знаю, я монтировала Final Cut, и там базовых вот этих встроенных очень много. Там много их. Но использую их. Вот таких гличей прикольных. Ну, их там много, достаточно, чтобы сделать красивый видос. Но они все равно в премьере покруче.
если уж говорить. Ну, базовых, да, окей, достаточно. Я же не говорю, что я полный трэш буду укладывать, все равно с поездок у меня получается, в принципе, неплохо. Вот, поэтому я ответил на вопросы по монтажу, ответил... Чего? А, ты переворачиваешь, у тебя рука устала, правда? Немножко. Ладно, в принципе, я закончил с монтажом. Сейчас мы то ли в ТЦ поедем, то ли просто покатаемся, потому что время 6:00, сейчас будут копиться пробки, и, ну, особо не покатаешься, так скажем. Серьезно, вот вопрос от Светланы про оценку. Привет, зачем Андрей удалил все видео Саши? Я их пересматривала. Да, именно я отвечу вам на этот вопрос. Странно, очень часто, и мне вот правда непонятно. Особенно пацаны так делают, они пишут тебе и спрашивают: Катя, когда новый видос? Учитывая, что все ежедневки монтирую я, иногда в путешествии я Кате давал видос. Когда новый видос? Ничего, это ничего страшного. Но когда спрашивают, зачем он удалил видео с Сашей, или где сейчас Саша, что с ней, откуда я знаю, ребят? Ну это вообще бред. Это глупо. Не-не, я вот в данном случае, сейчас я вот так вот сделаю, да, чтобы нас обоих было видно. Считаю, что это некорректно. Я понимаю, что это проблема воспитания людей. И не понимаю, какой ответ они хотят получить, учитывая, что у меня новая жизнь. У Саши, вероятно, тоже какая-то своя там жизнь. Я об этом ничего не знаю. Я ничего не могу сказать, вот совершенно. И это очень странно задавать такие вопросы. И очень странно, что я вообще это объясняю. При этом, ладно, вы школьники писали, есть вполне себе взрослые люди, которым по 25, по 30 лет, и они спрашивают, а где Саша, а куда она пропала, а чем она сейчас занимается? Да я откуда знаю, вот откуда? Так, ну я сейчас немножко в эмоции вдарился, может показаться, но это не так. На главный вопрос я не ответил, почему видосы удалил. Ну потому что мне надоело то, что их пересматривают, пишут всякие гадости, типа вот она была крутая, сейчас нашел непонятно кого, ну это просто полные дебилы. Я даже не знаю, как таких людей назвать. Я оставил какие-то видосы, которые мне показались вполне себе нейтральные, из путешествий в Азербайджан или что-то еще. Ну и как бы, тем более монетизации нет, зачем их оставлять? Они у меня все равно в архиве лежат, и я с ними ничего делать не собираюсь. Просто вы их никогда не увидите больше, вот и все. Надо было сохранять. Сейчас, пока записывали вот этот видосик, вылезло солнце, город преобразился. Я так рад вообще. Целый день просто какая-то фигня была. Чё? Благодарю и говорю мерси. Это все? А, ну все, окей. И добавлю еще, что на деревьях стали появляться такие маленькие зеленые листочки. Это похоже на такую пыль, конечно, но я предполагаю, что когда мы вернемся, тут уже все будет зеленое, огромные листья, но мы этого не увидим, потому что поедем, ну, по сути, на юг, можно сказать, и мне кажется, сейчас там уже деревья зеленые, то есть уже май. Я думаю, зеленые поля увидим. Мне, кстати, тоже захотелось побегать по ним вместе с тобой. Ну, так размяться просто прикольно, вот поорать. А? Мое, говорю, желание. Твое желание, да, но оно же не запатентовано. Я про то, что люди не знают о том, что это мое желание. Ты просто сказал, хочу тоже с тобой побегать, а почему тоже? А мне кажется, мы где-то снимали во влоге, что было бы прикольно, если было бы тепло, и вот так вот в полюшко выйти. А может быть, я путаю, но теперь-то вы уже знаете, хочется. У нас есть просто такие тарелочки, которые на руку надеваются, и мячик, ну, липучий, который прилипает к этим тарелкам. Игра такая, поэтому в полюшке будет прикольно поиграть. Угу, обязательно это сделаем. Блин, ну я счастлив. Время, конечно, почти 6. Лучше бы солнышко вылезло, конечно, в час дня. Ну, тоже неплохо. Ну, та сторона неба вообще тёплая. Да, вот сейчас мы, смотри, повернули, и там все такое невдохновляющее. Самое, блин, неприятное, это то, что сейчас... Где я смотрела? Вот я даже покажу погоду. Я уже реально верю в то, что погода под нас подстраивается, не в хорошую сторону. Потому что Грозный, допустим, да, сегодня 29, как только мы будем в той стороне, где-нибудь примерно... Блин, 12, 19, 12, 14, 17 и дождь.
дальше, что мы там еще смотрим? Ну, это понятно. Там другие локации, Махачкала примерно то же самое. Да, вот Махачкала покажи. 22-23 и солнце. Видишь, как мы туда приедем, будет 14-13, 14-15. Ну, это бред. Но есть надежда, что этот прогноз не точный, а всего лишь предсказание, и все поменяется. Тем более мы будем с тобой в горной местности. Там погода немножко другая. Угу. Поэтому как-то так. Но все равно сейчас хотя бы, надеюсь, на минут 15-30 час насладимся солнышком, тоже неплохо. Ну, красотка, а? Классные джинсы купили. И джинсовка. Ты же ее никогда не надевала. Нет, первый раз. Так холодно было, сейчас теплее. Классно. У меня здесь топик, я хотела пойти в топике, но холодно, я надела это. Я вообще думал, сейчас градусов 16, я вот сейчас вылез. А на улице 10 машин. Холодище вообще. Давай на третью, только не упади. А на четвертую? Все, давай, пошли. Кит, холодно. Вот так на секундочку, я вообще в одной майке. Забрать? Да. Давай. Оп. Ой, у нас пуговки зацепили. Кушать с подума. Сейчас я тебе еще салат возьму. У тебя что было, греческий? Да. Воду и холод. Все приятно, я уже хочу есть. Ну что ты выбираешь? Сейчас. Летнее кафе? Ну да, тут минус то, что нет подсветки. Я между голубой и розовой выбираю. А, вот. Дай поближе покажу еще картиночку. Да, я вот эту возьму, я здесь выбираю на этой коробке. Давай, с третьей попытки. Покажешь мне, да, что ты выбрала? Тоже симпатичная, глянь. Ну ты сказал, тебе неинтересно. Там типа шкатулка, а это типа просто мне неинтересно, просто комната. А здесь домик именно, а там комната. Ну бери домик. Все, что хочешь, выбирай. Вот пример. Я уже снимал его. Вообще классно все это дело выглядит. Ты главное посмотри, чтобы подсветка была. Хотя я вот вижу, на коробке написано, что требуется две батарейки. Прикольные пеналы. То есть они как лего. Смотрите, можно дополнительные штучки еще докупить. И плюс в наборе есть. Вот. И вот такие рисунки прям на самой сумочке делать. Забавно для девочек. Ну, это Катя обратила внимание. Я бы мимо, конечно, прошел. Так, ну идем дальше смотреть, что там у нас. О, ты никогда не говоришь мне, куда ушла. Не приходится лазить и искать тебя. Чпоньк. Чпоньк? А это зачем? Я вот тут вообще не умею рисовать. Я тоже. Вот у меня брат хорошо рисует, а я вот криворукий в этом плане. Ничего не понимаю. Баллончики, а чего они подзовут? Баллончики, потому что цена высокая, наверное. Чтобы не пшикали, наверное. А, ну может быть. А они же еще и вонючие. Карандашей тут куча. Не понимаю, в чем разница с карандашом за 13 рублей. И есть тут по 280. Ну ладно, это цветной, фиг с ним. 123. Ну у них, я знаю, есть твердость там и всякое такое, но, блин, разница очень большая. Вот. Фабер-Кастель, 156. Ну и это тоже не предел. Там есть наборы такие вообще дорогущие. Ну-ка. Нет, еще раз вернись. Может, подальше дойдешь, ты мне в упор снимаешь. Ты совсем маленькая стала. Короче, прикол, подошла к терминалу, тут Ubuntu ругается, то, что что-то надо какой-то модуль скачать. Катя подходит, качает, дальше нажимает, активация и так далее. Просто сейчас сидел минут 5, наверное. И что? На сайте бы сделала. Мне интересно тут потыкать. А мне интересно дома потыкать. Ца.
подсвечивает, дай мне в руку. Вот такую штукенцию купили. Студия звукозаписи. Блин, ну тут плохо все равно, как знаешь, отсвечивает от окон. Интересно, конечно, когда ты соберешь. Мне, знаешь, что больше даже интересно? Сколько ты раз матюкнешься, пока собирать будешь? Потому что мама говорила, что это непросто. А, ты решил ее уже прямо посмотреть. Как раз вернемся с путешествия, вот у тебя развлечение будет. Коробочка классная, мне нравится. Оставишь, будешь туда что-нибудь складывать. Ножницы, линейки, да? Там прям все в наборе. Ну, как конструктор Лего, только для девчонок. Даже травка есть. Довольна? Да. И мы снова заехали домой. Вещей получается просто огромное количество. Сейчас вам покажу, сколько тут уже пакетов. Вот это все переть, конечно. Время 10 час, мне еще монтировать, нам еще собирать шмотки. Вообще не знаю, когда мы ляжем. Ну, то есть, выглядит все примерно вот так. В Китае нашла вообще книгу Булгакова «Мастер и Маргарита». Хотела прочитать. Как будто сперла ты ее. Это школьная. Не сдала. Ты думаешь, я знала, что она мне в гитаре? У меня гитара стояла дома. Я сейчас нахожу вот библиотечная школьная книга «Мастер и Маргарита». Да. Сколько мне... Ну, придется, наверное, два раза сходить. Я до сих пор удивляюсь, как ты тихо чихаешь. Очень смешишь меня. Так, ладно, я хотел рассказать, что сейчас еще думаю взять с собой свой классный комп. Смотрите, он красивый. Стоит, конечно, по колхозному. Ну, ладно, это временное решение. Но в итоге получается там 8 пакетов, и все это переть вообще неудобно. Здесь будет, наверное, мама сидеть. Ну, если ей не захочется двигать. Я ей поставлю вот эту ногу для монитора, который не установил. У нее как раз белый стол, белая нога и компьютер такого стального цвета. Будет отлично вообще смотреться. Ну и сейчас еще посмотрим на кухне, что нам тут брать. А, это как раз от мамы привезли, это не нужно. Еще вот это все надо куда-то сложить. Господи. Да, вроде казалось, вещей у нас немного. Но так начинаешь собирать, это жесть какая-то. Просто жесть. Нам надо целый грузовик просто вызывать. Мы уже 3 ходки или 2 сделали, да, с вещами? Ну вот так вот, по несколько пакетов. Сегодня у нас самая большая ходка. У нас никогда не было столько. Потом, смотри, нам надо будет вот этот очиститель, увлажнитель забрать. Он да. Достаточно много места занимает. Мой компьютер с монитором. И еще каким-то образом надо... Грут. Я его заберу. Это сестра моя делала. Ага. Самая проблема будет это отвезти телевизор. Вот это, конечно, боль и печаль. То есть он 65 дюймов и, ну, вероятно, займет все спальное место. То есть, может быть, сейчас выглядит, что он небольшой, но он гигантский. Давайте вам что-нибудь сравнением покажу. Вот Сонька. Она не маленькая. Вот так вот она выглядит по сравнению с этим телеком. Да, Катюша, мы с тобой, конечно, цыгане. Там даже не видно, по-моему, в частности, камеру. Ты цыган. Ну, я больше татарин, чем цыган, все-таки. Фу, ладно, надо успевать. Что-то мы в такую лютую пробку попали вообще. То есть время уже увеличилось на 12 минут плюсом. Стоим перед Ленинградкой. Хотя, когда выезжали, тут не было такой пробки. Пишет, пробка осталась на 4 минуты. Да? Но на самом деле Яндекс, как обычно, врет. Блин, в сторону Медведкова все летит. Какие кадры крутые, тут фотик у меня. Ну, извините, этот Canon стоит 1,5, а эта камера сейчас стоит... Мой кот. 500 с чем-то тысяч? Ага. Если вдруг соскучились по персику. Красавчик. Ну вот она, причина пробок. И как раз можно тут заработать эпилепсию, по-моему, на этом участке. Ой, как это ярко. Да вообще, просто стробоскоп. Нате, ребят. Ну через камеру не так, кстати, хреново, как вживую все это смотрится. Так, нас чувак пропустил. Давай-ка ему скажем спасибо обязательно. Гип-гип, ура. Я надеюсь, что скоро вырвемся мы из этого плена. Но я вот минутки 3 назад вам записывал кусок. Пробка на 4 минуты. Мы вот едем. Она так и пишет на 4 минуты. Правда, сейчас почему-то пропала.
Время вообще не уменьшается. У нас по расчетному времени прибытия домой, когда выезжали, было 22.09. Здесь сейчас 22.23. Вероятно, еще проторчим. Очень хочется домой, Кит, не могу. Да, блин, столько всего. Вот знаешь, в чем вся проблема? Ну, дай, можно свет включу. Да. Нам нужно собрать вещи, которые мы возьмем с собой. Да, мы будем брать немного. Если бы у нас все на той квартире было разложено по полочкам, то мы как бы взяли из стопочки одежду, положили в рюкзак, там щетку закинули. Ну, а я за 5 минут. И все прекрасно. Да, это очень быстро. Но так как у нас все вещи просто вот так вот, кувырком, они все разобраны по мешкам, и не поймешь вообще, где что лежит. Причем у нас... оно и лежит так, где-то трусы и носки, где-то майки вперемешку. С зимними куртками? Да, да, ну, да. То есть непонятно. И чтобы собрать и найти какую-то маечку, которую ты хочешь с собой взять, надо перерыть все вот эти вот баулы огромные. И это будет сейчас очень сложно. Мы приедем 10:30, пока мы разгрузим все, сделаем, мне кажется, 11, я только начну чем-то заниматься. Да. Ну и ляжем, как обычно, поздно. Даже не посмотрим серийку. Да, и мне еще надо смонтировать этот огромный Андрей влог. Да, еще будет монтировать влог. Да. Ну, короче, такое себе. Вы поняли, что это нытье не просто так, потому что хочется поныть, а потому что действительно что-то мы как-то не подрасчитали по времени. Хотя у нас все равно не получилось раньше все это сделать дома. Денек получился сумасшедший. Конечно, может быть, по видео так и не кажется, но мы подустали. Все вещи у нас, естественно, в состоянии... Ну вот в таком находится. То есть это все надо разбирать. Катюша у меня, смотрите, какой агрегат подключила. Как это правильно? Парогенератор, да, называется? Отпариватель. А, отпариватель. Ага. Сейчас, собственно, будет разбирать все вот эти вещи. Мне нравится, как ты вот это сложила. Это такая. А, это мама так сложила? Очень забавно выглядит. И, кстати, практически не занимает места. Я понял, откуда она взяла этот способ. Я увидел в лайфхаках от китайских женщин, которые показывают, как правильно складывать там одежду. Что-то мне такое попадалось. Да, и у Кати есть вот задача сейчас на вечер разобрать все и из этого скомпоновать нам вещи в поездку. Ну, а я врубаю комп свой маленький, красивенький, вот этот серебренький, и буду монтировать этот влог. Надеюсь, он вам понравится. Не забывайте про лайки. Дизлайки можете ставить, плохие комментарии писать. И, ну, если что, поддерживайте. Монетизации больше нет в Ютубе. У меня там внизу есть ссылка на Donation Alerts. И я ваши комментарии периодически вставляю в лог. Сколько вы отправили и что пишете. Вот. Но мне все равно будет приятно. Мы все так же собираем Кате на стабилизатор. Вот так вот для понимания. Только вошел домой, 22.57. И сейчас еще буду пару часов монтировать. Ну, такие дела. Потому что я обещал, что завтра влог будет в 10 часов. Все, теперь точно закругляюсь и сажусь, скидываю материал.